Огнестрельное ранение получил оператор интернет-издания во время учений резервистов в Кривом Роге. Вячеслав Волк вызвался сыграть роль провокатора. По сценарию его повалили на пол, надели наручники и завели в здание исполкома, у стен которого и отрабатывали навыки военные. Через несколько минут произошла странная ситуация. Раздался глухой хлопок. Оператор получил сквозное ранение в шею, поврежден позвоночник и спинной мозг. Состояние Вячеслава Вовка врачи оценивают как тяжелое. По предварительной информации, инцидент произошел по неосторожности волонтера-инструктора.